Об этом легендарном мотоцикле из «Планета Спорт» в середине 70-х годов прошлого века мечтал каждый парнишка СССР. Ижевчанину Александру Коробейникову очень повезло. Отец подарил ему, тогдашнему школьнику, это чудо удмуртского мотопрома. Я учился на нем ездить, давить куриц, получая по голове сверху по каске, что делаю неправильно. Ну, наверное, сел я с лет 7 даже на него. Ну, соответственно, только ручку газа крутил, все остальное делал отец. Железный раритет Александра Коробейникова теперь один из экспонатов первого в Ижевске музея мотоциклов и мототехники. В основу его экспозиции легла частная коллекция отца и сына Кожушковых, которые всю жизнь собирали лучшие образцы мотоциклов производства Ижевского мотозавода. Сам необычный музей – часть проекта, над которым работала большая команда. Для этого мотоэнтузиасты даже стали участниками туристического акселератора под патронажем правительства Удмуртии. Сфера туризма для меня не очень понятна, именно ее экономическая составляющая, и мне не совсем были понятны инструменты, как я смогу привлечь много гостей в конкретную локацию, в этот музей. Поэтому я пошел в турэкселератор. Там уже мы сформировали команду, там же появилась уже концепция музея. И благодаря вот этой сжатой работе в четкие сроки мы смогли создать этот проект. Проект «Ижевский мотомузей» стал в итоге победителем республиканского тур-акселератора 2021. И теперь власти Удмуртии не без оснований ждут большого потока туристов со всей страны, желающих увидеть легендарные ижевские мотоциклы. Это большая честь для нас, на самом деле, что вот такая история здесь открылась. Во-первых, с точки зрения истории, да, Ижевск, будем говорить, родина мы там и пельменей, и родина мотоциклов точно, да. И поэтому это и история, и, ну, и, собственно, новая точка притяжения для жителей города, для жителей республики и вообще для туристов, которые сегодня там будут приезжать. А вместо традиционного перерезания ленточки сигналом к открытию Ижевского мотомузея стал рев моторов. Ручку газа раритетов до упора открывали ветераны республиканского мотоспорта. Дмитрий Вороновнин, Павел Яскин, новости.